Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телерасчетельные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. Эта телестанция прервала обычное вещание по приказу от президента России для оповещения, используя службу экстренного оповещения Российской Федерации. Во время экстренных мероприятий все станции останутся на связи, предоставляя новости и информацию касаемо определенных зон, говорит телестанция РТ, вещающая в московском регионе. Если вы находитесь не в Москве, переключите телеприемник на станцию, предоставляющую новости касаемо вашего района, говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации, вещающая в московском регионе. Не используйте ваш телефон. Телефонные линии должны быть свободны для экстренного использования. В данный момент ожидается сообщение от президента Российской Федерации. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свинка. Yeah.